Жители Армавира нередко сообщают о подозрениях на утечку газа в местные службы. С начала года в филиал номер 6 «Газпром газораспределения Краснодар» поступило 1404 таких обращения. Бдительность никогда не бывает лишней. В большинстве случаев специалисты выявляют и устраняют неисправности в системе. Так, по заявлению управляющей компании, в доме по улице Советской армии 214 заменили отключающее устройство на наружном газопроводе. Утечка газа становится еще большей проблемой при отсутствии тяги в дымоходах. Резко обострились случаями по именно с вентиляцией, связанной с наличием тяги в системе вентиляции и дымоудаления. Как только начинается отопительный сезон, очень часто у нас возникают с этим вопросы, потому что специализированные организации, это в основном в многоквартирных домах, которые прибывают для обследования дымовых вентиляционных каналов, в основном могут не застать кого-то дома в квартирах или собственники помещений так к этому относятся халатно. Для безопасной работы газовой горелки, котла или водонагревателя необходим постоянный приток воздуха. Он помогает избежать затухания, которое становится причиной отравления или взрыва газовоздушной смеси. Несчастный случай может произойти, даже если оборудование исправно, но жильцы не соблюдают элементарные правила безопасности. Категорически запрещается пользоваться разукомплектованным оборудованием, оборудованием, у которого вышла из строя система автоматики. Если пользуются приборами газовыми типа УГОП, обязательно нужно использовать задвижку, потому что данные приборы газовые не обладают терморегуляторами. Таким образом, нагревание может привести к воспламенению и дальнейшему пожару. Если в помещении появился запах газа, не спешите включать свет, фонарик или мобильный телефон. Искра может стать катализатором взрыва. В первую очередь отключите прибор, перекройте газовую трубу и проветрите комнату. Покиньте загазованное помещение и вызовите специалистов аварийной службы по телефону 04 и 29504 с мобильного 104 и 112. Не игнорируйте утечку, она может лишить жизни вас и ваших близких. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.